седьмой класс, школа номер 3. Школа номер 3, город Долгопрудный, Саквараошвили, седьмой класс. Долгие пруды раскинулись цепочкой, куст ракиты шепчет над водой. Лишь под ярким солнцем, как цветочки, облака идут своей грядой. Ежегодно птицы прилетают, строят гнезда, семьи создают. Лишь природа Долгопрудинского края манит и зовет их в свой уют. Рядом речка Крязьма протекает, за собой вдаль она зовет. Парусники белые мелькают, не страшна им сильная волна. Мне ж по нраву воды голубые, синева лазурных облаков. Я люблю свой уголок России, музыку окрестных берегов.